Готово, благодарю. Полюбуйтесь, понимаете, почему муж не пустил меня отдыхать одну? Я уже почти забыл, каково это, когда все мужчины вокруг хотят меня. Такое приятное чувство. Я бы сказал, почти возбуждающее. Проблема только в том, что я не вижу никого, кто бы... Секундочку. Да вон же, тот парнишка из лифта. Неплохо, и без одежды выглядит недурно. Жаль только, что он никогда не один. Интересно, кто он по зодиаку? Дева ведь не ладит со всеми подряд. Родственная душа для девы телец. Может быть, он телец? Думаю, так и есть. У тебя дневной сон, иначе ночью у нас ничего не будет. Ты ведь знаешь, что я позвала тебя с собой. Так действуй. Сеньора Феррейти, разрешите составить вам компанию? Присаживайтесь. Остров Иски просто райское место для отдыха. Край страстной любви, волнующих приключений. Сеньора Феррейти, вы меня не слушаете? Что на вас нашло? Я что-то не то сказал? Кто это? Отойди. Куда? Отсюда и подальше. Ха, ты хоть знаешь, кто я такой? Конечно. Ты знатый проныра. Если не хочешь уходить, уйдем мы. Я отнесу ее к себе в хижину. Чао, барон. Будь нежен со мной. А не слишком ли ты преувеличиваешь, дорогая? Нет, вот пристал. Я только спросил, не хотите ли вы сегодня вечером поужинать? С удовольствием, скажите, можно ли отсюда послать телекс? Да, у нас новейший немецкий аппарат. Ну, до вечера. Но я тебе задам, так обломать мои фантазии. Не преувеличиваешь ли? Нет, ничуть.